сегодня хочу рассказать об одном приложении. Вот его создала компания Lego, называется Story Starter. К сожалению, оно не онлайн, его нужно установить на компьютер. Ну вот ссылку я потом в описании выложу. Оно небольшое, в принципе, и вот когда устанавливается, выглядит вот так. Вообще, что это такое? Вот если нажимать, видно, что это что-то типа слайдов, но вот у меня тут библиотеки, я уже загрузила. Заодно можно посмотреть, как удалить. Значит, картинки можно загружать. Кроме того, здесь есть уже фоны по умолчанию. Здесь вот эти облачки, в которых пишутся слова, как между собой разговаривают, например, персонажи. Ну и тут вот дополнительные какие-то штуки. Не знаю, наверное, тоже для чего-то нужны. Ну, бумс, например, чтобы слова обозначать. Здесь можно создать, например, красивый отчет о чем-то, рассказать. Онлайн это нельзя выложить. В принципе, можно, конечно, но сохраняется только в PDF. Это вся история. То есть, как бумажный документ это можно распечатать. Ну, вот как это? Вот первый слайд, вот, например, удалим. И снова попробуем это сделать. Плюсик. Вот первый слайд у нас будет титульный. Выберем фон. Какой у нас тут предлагается? Ну, пусть вот этот, например. Здесь вот рычажок такой, чтобы красиво расположить. Ну и теперь сделаем надпись. Все это перетаскивается. Цвет можно поменять. Вот так. Увеличить. Ну и понятно, что тут переписать вот это можно. Так. Мои. Лего. Ну, не обязательно, естественно, про Лего, но раз уж просто такая тема. Лего персонажи. Вот так назовем. Тут можно шрифт поменять, то есть как бы красиво сделать, выровнять. Ну, пусть у нас так остается. Теперь можно выбрать какой-то шаблон вот из этого. Пусть вот этот будет. Для каждого квадратика можно сделать свой фон. Ну, поищем что-нибудь тут подходящее. Ну, пусть вот такой будет. Ну, в общем, разные можно картинки вот сюда загружать. Вот. Ну и теперь загрузим картинки из то, что я приготовила. Тут, естественно, что каждый свое все будет делать. Так, где они у меня? Пусть вот этот у нас будет как бы самый главный герой. От его лица будет у нас вестись повествование. Мы его сюда помещаем. Тут можно изменить размер. Ну и здесь он будет у нас типа говорящей головы. В принципе, его можно уменьшить было бы в Photoshop. Так. Теперь добавим еще. Нет, их вдвоем тут
вот чтобы удалить, нужно вот здесь нажать. Так, значит, ну здесь добавим надпись. Уменьшим. Там, например, меня зовут Дина. Так, следующий, кто у нас там? Меня сделал хозяин. Ну и так далее. То есть для каждого слайда можно придумать какую-то историю. Зайчик. Которую вот рассказывают эти сделанные ребенком игрушки. Ну, также можно сюда в фотографии вставить или там еще что-то. Здесь можно даже свою схему расположения. Ну и в конце там конец какой-то. Заключение, что приятно было познакомиться, спасибо за внимание. И потом это все перевести в PDF, сохранить как PDF, ну, можно и распечатать сразу. Вот такая милая штука. Можно, детям очень нравится тут работать, они изобретают всякие разные комиксы, что как будто они разговаривают, там еще что-то там такое. Надеюсь, вам тоже понравилось. На этом спасибо, стоп.